преддверии Дня российского студенчества отряд ДПС «Первичная профсоюзная организация СВФУ» принял участие во всероссийской акции «Студенческий десант». Сегодня ребята устроили флешмоб, направленный на сокращение числа ДТП. Сюжет Виталия Абрамова. В эти дни сотни студентов получают возможность не понаслышке узнать, как работает полиция, задать вопросы и даже принять участие в мероприятиях. Акция «Нет ДТП» стала прекрасным примером сотрудничества университета и госавтоинспекции. Ну, как видите, у нас вот плакат «Сбавь скорость перед зеброй». Ну, водители, конечно, соблюдаем правила дорожного движения, особенно вот в зимнее период время. Сейчас у нас туманы, гололеды, поэтому соблюдаем правила дорожного движения. Автоинспекторы вместе с ребятами проводили разъяснительные беседы с автомобилистами и раздавали им памятки с напоминаниями о правилах безопасного вождения в туман и гололед. Не остались без внимания и пешеходы, которым студенты объяснили, как безопасно переходить дорогу в туман и на скользкой дороге, и о необходимости ношения светоотражающих элементов. За прошедшую неделю надо отметить, что произошло 7 наездов на пеших участников дорожного движения, то есть сопутствующей причиной данных ДТП является в основном несоблюдение скорости водителями в условиях тумана и гололеда. Работая совместно с сотрудниками госавтоинспекции, студенты не только вносят свой вклад в обеспечение безопасности на дорогах республики, но и получают новые знания, массу интересных впечатлений о деятельности ГИБДД. Виталий Абрамов, Юрий Филиппов, НБК Саха, Якутск.